Закончил се первый раунд. Красным углом отдыхает мастер спорта из города Бишкек Абылбек Улу Эркин. 1991 года рождения. Боксом занимается 14 лет. Счет боям не ведет. Тренируется Эркин под руководством Юрия Гавы, заслуженного тренера Кыргызской республики Данияра Дусубалиева и Акайката Абаева. Данным соревнованиям готовили Юрий Гава, Акайкат Абаев. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта Тактасон Улу Бакыр. Город Бишкек, студент Академии физической культуры и спорта. 2002 года рождения, боксом занимается 5 лет. Тренируется под руководством заслуженного мастера спорта Кыргызской республики Талая Кадыралиева и мастера спорта Кыргызской республики Тактасон Улу Бекболсула. К данным соревнованиям готовили Талай Кадыралиев и Акназар Кенжибаев. Thank you.
этом бою единогласным решением судьи победу одержал Адылбек Улуоверкен, город Бишкек.